Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про стон-терапию. Стон-терапия – это один из видов массажа, называется так от слова «стон» с английского «камень». История возникновения стон-терапии произошла из очень давних времен, рассчитывается приблизительно с Древнего Рима. Но к нам в Россию эта процедура пришла не так давно, но косметологи ее уже очень полюбили. Стон-терапия помогает избавиться от мышечного напряжения, снизить уровень стресса в организме, подготовиться к каким-то мероприятиям, также лечебное воздействие камней помогает снизить болевые ощущения. Стон-терапия помогает нам улучшить кровообращение, избавить организм от лишней жидкости, токсинов, в том числе используется для коррекции фигуры. Можно использовать стон-терапию при заболеваниях, таких как дорсопатия, артриты, артрозы. Есть, конечно же, и противопоказания. Это любые заболевания в острый период, онкология, период беременности, лактации, и нельзя проводить массажи стон-терапии в период менструации. Массаж проводится с использованием вулканических камней. Они пористы по своей структуре, поэтому они очень хорошо вбирают в себя тепло и очень долго его сохраняют. За счет этого и проводится вот это нагревание тканей. Нагреваются ткани приблизительно до 2-4 сантиметров. Это уникальная методика, кроме как стон-терапии, больше не достичь локального прогревания ничем. Стон-терапия основана на тепловом и энергетическом воздействии. Можно проводить массажные техники, можно проводить рефлексотерапию. Мы раскладываем горячие камушки на определенные точки, и за счет этого достигаются лечебные эффекты. Как проводится сама процедура? Клиента укладываем на кушетку. В биологически активные точки мы кладем горячие камушки. Массаж начинаем с аромамасел. В дальнейшем камнями комнатной температуры мы начинаем массаж. И далее мы берем более горячие камни и постепенно начинаем увеличивать температуру воздействия. Но в стон-терапии есть множество техник, и каждый может использовать какие-то свои определенные методики. Продолжительность массажа от 60 до 120 минут. Опытные массажисты и косметологи рекомендуют проводить процедуру 1-2 раза в неделю. Для проведения процедуры в домашних условиях вы можете приобрести в нашем магазине вот такие прекрасные чемоданчики. Они с нагревательным элементом, у нас есть на 28 и на 16 камней. В комплекте к этим камушкам у нас идет инструкция на русском языке. Исходное положение пациента лежа на спине. Клиент принимает гигиенический душ и ложится на массажный стол. Камни можно выкладывать по рефлексоактивным точкам. Горячие камушки мы вкладываем в ладошки пациенту. Также можно проводить массаж камнями. Проводим массаж сначала камнями комнатной температуры. В дальнейшем берем камушки более горячие.